В эфире служба новостей «Саров-24». В студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Отключение аналогового сигнала и преимущества кабельного телевидения. Депутаты обсудили переход на цифровое эфирное вещание. Улетный папа 2019. В молодежном центре прошел семейный конкурс. Команда «Импульс» обладатель Кубка «Роснефть» по хоккею. Далее расскажем обо всем подробно. Переход на эфирное цифровое вещание вызывает множество вопросов у горожан. Поэтому эту тему депутаты решили обсудить на очередном совместном заседании думских комитетов. Разобраться в ситуации народным избранникам помогали представители департамента городского хозяйства и одной из компаний операторов кабельного телевидения. Подробности далее. Аналоговое телевидение, существующее в нашей стране с советских времен, работает по принципу, когда один канал занимает одну частоту. При цифровом вещании на одной частоте может передаваться целый пакет каналов – мультиплекс. О готовящемся переходе на цифровое вещание говорили уже несколько лет. Час X, когда в Сарове отключат федеральные каналы в аналоге, наступит уже 3 июня. Однако многие не понимают, что именно при этом произойдет. Вот сегодня я даже была в квартире, да, там 84 года. Она говорит, люди не понимают вообще, о чем идет речь. Вот когда отключат 3 числа, тогда и будет. Сколько мне тут жить осталось, не надо мне ничего, я его досмотрю. Вот ответ одинаковый всех. Большинство домов в Сарове подключены к кабельному телевидению. То есть сигнал жители получают в основном не с антенны, а с кабеля. Из домов, подключенных к кабелю, подавляющее большинство, а именно 681 дом, обслуживаются ТКС. В сети этого оператора остаются все телеканалы, которые присутствуют сегодня. В пакет ТКС входит и канал 16. То есть они остаются и в цифре, которая давным-давно запущена, и они остаются в аналоге. Поэтому беспокоиться в принципе нечего. Если человек находится на сетях ТКС, соответственно, все останется так, как и есть. Зачастую люди, особенно старшего возраста, не знают, в какой сети они подключены. По всем вопросам горожане могут обращаться по телефону ТКС 9-99-99. Технические специалисты канала 16 также готовы оказать помощь и дать консультацию по номеру 37-317. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24». В третьем лицее прошла встреча в рамках всероссийской акции «100 баллов для победы». Ежегодно выпускники, получившие максимальные баллы на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. Акция проводится по инициативе Рособранадзора. Ее главная цель – снять у выпускников лишнее напряжение, связанное с подготовкой к единому госэкзамену, и настроить их на успех. От психологической подготовки и способов снятия эмоционального напряжения до правил оформления и исправления ошибок. Буквально через полтора месяца выпускникам предстоит написать единый государственный экзамен. О том, как избежать чрезмерного волнения и досадных ошибок, ребятам рассказали учителя, выступающие в роли экспертов ЕГЭ и педагоги-психологи. Я всем желаю вам удачи на ЕГЭ. Я желаю вам верить в себя. И самое главное, я желаю, чтобы вы понимали, что если вдруг что-то произойдет не так, это точно не конец света, и впереди перед вами в любом случае все дороги, и вы найдете способ для их достижения. Акция «100 баллов для победы» стартовала 5 лет назад по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Традиционно к ней привлекают выпускников прошлых лет, которые показали успешные результаты на ЕГЭ. Сверстники делятся с 11-классниками секретами успеха и дают напутственные слова перед тем, как те сядут за парту и получат задание единого госэкзамена. Нужно хорошо спать. Это самое главное. Нормально отдыхать, гулять, дышать свежим воздухом, и тогда волнение уйдет. Вот. Ну и обязательно готовиться, чтобы быть уверенным в себе. Еще одна выпускница 3-го лицея Настя Михеева, как и другие 11-классники, старается уделять как можно больше времени дополнительным занятиям. Настя готовится написать ЕГЭ по математике, русскому языку и информатике. Выпускница считает, что единый госэкзамен – это не повод для паники, а возможность показать все то, чему научился за 11 лет. Мне кажется, главное тут – это спланировать свое время, чтобы оставалось время как на учебу, так и на отдых, потому что загонять себя перед экзаменом – это тоже, я считаю, неправильно. ЕГЭ традиционно проходит в 3 этапа. Основной начнется 27 мая и продлится до 1 июля. Саровчане смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне на диктанте победы. Всероссийская акция пройдет 7 мая. Диктант будет состоять из 20 вопросов, которые разрабатываются Российским государственным гуманитарным университетом. Задания будут связаны с историей войны, ее героями и Днем Победы. Акция пройдет более чем в 20 странах ближнего и дальнего зарубежья. Написать диктант победы в нашем городе можно будет по адресу улица Духова, дом 6. Другая важная информация в подборке коротких новостей.
В городской администрации продолжается прием заявлений на получение разовой выплаты ко Дню Победы. Соответствующую бумагу за ветерана может подать любой из его родственников, доверенное лицо или социальный работник. Более подробную информацию можно получить по телефонам 977-26 и 990-40. 19 апреля в Сарове пройдет общегородской субботник. В нем примут участие работники муниципальных предприятий, ядерного центра, силовых органов, школьники и студенты. Инициативные группы саровчан, которые хотят привести в порядок ту или иную территорию, могут обращаться за помощью в департамент городского хозяйства. Более подробная информация по телефону 9-90-49. Саров посетит историк моды Андрей Дмитриев-Радвогин. 26 апреля в художественной галерее он прочитает лекцию на тему «40-е. Оккупация Парижа и триумф дома Диор». Саровчанам расскажет о том, как самая разрушительная в истории война изменила отношение к неотъемлемому атрибуту каждого человека – одежде, которую он носит. Отдельной темой повествования станет становление и дальнейший успех дизайнера Кристиана Диора, который совершил революцию в мире моды. Лекция начнется в 17:30. Билеты в кассе художественной галереи. Справки по телефону 70294. Стартовал прием работ на фотоконкурс в объективе «Росгвардия». К участию приглашаются сотрудники войск Национальной гвардии, члены их семей и обычные жители города. Выставка работ лауреатов фотоконкурса будет экспонироваться в ведущих выставочных залах, образовательных и государственных учреждениях Москвы. О номинациях и сроках проведения конкурса расскажем далее. Должность обязывает ефрейтора Стулову всегда быть в гуще событий родной дивизии. Елена фотографирует все мероприятия, в которых принимают участие сотрудники Росгвардии на территории воинской части и за ее пределами. Затем отснятый материал она отправляет в Приволжский округ для размещения на сайте или в газете. Я фотографирую везде, всюду, целыми днями. В череде рабочих будней находится время для творчества. Иногда кадры получаются особенными, с неповторимой атмосферой, в которых виден характер персонажей. Елена считает, что фотоконкурс – это отличная возможность продемонстрировать свои творческие способности и показать жизнь сотрудников Росгвардии с различных сторон. Коллеги с пониманием относятся к ее работе и готовы в любой момент встать перед объективом. Хотя у меня как бы должность небольшая, но и звание. Но когда им говорит фотограф, что надо встать так, 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 и они выполняют. Фотоконкурс в объективе «Росгвардии» проводится второй раз. Количество номинаций представляет авторам простор для реализации творческих способностей. Кроме традиционных категорий портрета и пейзажа, участникам предлагается показать спортивное и патриотическое направление, а также увидеть в работе военных курьезные моменты. Жители города приглашают принять участие в номинации «Росгвардия глазами общества» и сфотографировать сотрудников на различных городских мероприятиях. Будет кто-то из наших военнослужащих принимает участие в как проведение какой-то беседы в школе. Также наши военнослужащие будут принимать участие в параде, да, который будет проходить 9 мая на центральной площади города Саров. Работы нужно присылать на электронный адрес Саровской дивизии. Следует указать фамилию, имя, отчество и свои контакты. Все вопросы можно задать по телефону 5-2808. Познакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте Росгвардии. В молодежном центре выбрали лучшего папу Сарова. Участники финала творческого конкурса вместе со своими семьями подготовили несколько выступлений. Члены жюри оценивали артистизм, творчество, оригинальность и подачу материала. За победу в конкурсе «Улетный папа» боролись 5 мужчин. О том, кто стал победителем, расскажем в следующем репортаже. Они ходят с детьми в походы, учат кататься на коньках и велосипеде и знают ответы практически на все вопросы. Отец – это не только глава семьи, это лучший друг, защитник и наставник для своих детей. Все, что знают и умеют, саровские папы ежегодно демонстрируют в молодежном центре. Этот конкурс у нас проходит уже в 7-й раз, и мы считаем, что этот конкурс очень значим, потому что показать роль отца в семье, то есть глава семьи, ну, это очень важно, действительно. И показать папам, как здорово быть папой. Вместе с папами на сцену выходили и их первые помощники-дети. Участника Дмитрия Мордвинкова пришли поддержать его дочь Маша и сын Алексей. Ребята рассказали зрителям о 5 лучших качествах своего отца. И рисует, и поет, если надо, гвоздь забьет. И на сцене он играет, и стихи он сочиняет. Первого места Дмитрий Мордвинков не занял, но, как признался сам мужчина, на конкурс он пришел вовсе не за победой. Вне зависимости от результатов, для детей их папы настоящие герои. И совместное творчество – лишний повод еще раз в этом убедиться. Главное не победа, как говорится, главное участие. И дети, чтобы поучаствовали, посмотрели, потому что участие в таких конкурсах развивает детей, сближает между собой и помогает в дальнейшей жизни.
В этом году за звание лучшего папы боролось 5 конкурсантов. Оценивало участников компетентное жюри по нескольким номинациям: артистизм, творчество и подача материала. По итогам конкурса «Улетным папой 2019» признали сотрудника молодежного центра Дмитрия Ульяхина. 6 команд, 2 дня соревнований и только один победитель. В Ледовом дворце завершился турнир по хоккею среди сотрудников ядерного центра. Претендентов на главный приз разделили на 2 группы. Места распределялись по итогам стыковых матчей, полуфинала и финальной игры. Болельщики, не жалея сил, поддерживают свои команды, хоккеисты рвутся вперед и стремятся закинуть заветную шайбу в ворота соперника. За главный трофей турнира, Кубок ВНИЕФ, борются команды, представляющие различные подразделения ядерного центра. Мы возрождаем хоккейные традиции, которые были присущи нашему предприятию и нашему городу. Увеличиваем количество занимающихся хоккеем и, так скажем, популяризируем этот вид спорта. В этом году за Кубок ВНИЕФ боролись 6 команд. Их разделили на 2 группы. После первого этапа соревнований определились претенденты на призовые места. В стыковых матчах за 5-е место встретились команды, которые заняли 3-е место в своих подгруппах. В финале турнира на лед вышли команды «Старт» и «Импульс». Люди играют в разных группах здесь. Ребята есть, которые выступают за «Саров Инвест». Ребята, которые... Значит, ездили половину команды на Атомиаду, заняли там 3-е место. Игровой опыт и настрой на победу позволили хоккеистам из команды «Импульс» завладеть инициативой с первых минут финального матча. Спортсмены «Старта» старались дать достойный отпор сопернику и использовали любую возможность для атаки ворот. Встреча между сильнейшими командами турнира завершилась серией буллитов. По итогам финальной игры обладателем кубка стала команда «Импульс». Я очень благодарен ребятам за самоотдачу. Здесь собрались, ну, все самые лучшие ребята, которые могут поддержать нашу команду. На церемонии награждения хоккеистам вручили медали и кубок. Лучших игроков турнира отметили дипломами. Сегодня желающих приобщиться к хоккею среди работников ядерного центра становится все больше. Для тех, кто хочет с нуля освоить этот вид спорта, существует своя любительская команда. Дарья Цыпарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Горем и ужасом на судьбах многих людей отпечаталась блокада Ленинграда. Особая ноша легла на плечи малышей. Война лишила их самого дорогого – детства. Она заставила повзрослеть их намного раньше и обязала бороться за выживание на уровне взрослых. Об этом каждый раз со слезами на глазах нам рассказывают ветераны, которые пережили все тяжести Великой Отечественной войны. Когда началась война, мне было 3 года. И мы были с бабушкой. И в 43-м году нас... эвакуировали меня и брата. Антонина Васильевна вспоминает, что их вывозили целыми баржами. Сначала малышей, потом детей постарше. Плыть было тяжело и страшно. Артобстрелы и контратаки не прекращались. Смерть неслась со всех сторон. И, как рассказывает женщина, потери сбежать было невозможно. У нас погибли самые маленькие дети, когда они даже еще не тонули, а вот были на поверхности. И погибло у нас еще... наше имущество. Уже после страшных пережитых потрясений Антонину Васильевну и ее брата привезли в Нижний Новгород, на тот момент еще город Горький. И всех детей, которые остались без попечения родителей, старались распределить по сельским местностям. И мы попали, значит, самые маленькие, мы попали в Клин. Это Вачский район Нижегородской области, ну, Горьковской области. Постарше нас школьники попали рядом Яковцево. Потом через полгода нас всех, когда нам здание предоставили, многоэтажку, со всех сел нас, ленинградцев, перевезли вот в это Филинское. Женщина вспоминает, что в детском доме к ней и ее соратникам относились хорошо. На протяжении нескольких лет они росли единой семьей, и каждый из детей старался помогать в меру своих сил. Уже после выпуска все разбрелись по разным городам России. И только спустя больше полувека все ребята смогли собраться за одним столом и вспомнить былые времена. Плохого я не могу ничего сказать. По жизни у меня такого уже плохого, что, как говорится, не было у меня. Дружно мы жили, дружно, дружили. И очень, конечно, переживала, когда я не могла с нами, ну, связаться.
со всей вот группой связаться. И только встретилась с ними через 50 с лишним лет. Сегодня Антонине Васильевне 81 год. Она вместе с мужем воспитала двоих детей, а сегодня нянчится с внуками и правнуками. Сложилось у меня нормально. Я считаю, что я счастливый человек.